чем заключаются стандарты комфортности? То есть, в первую очередь, посетитель не должен бегать и придумывать, какое же я окно, где же короче очередь и куда я должен встать. Значит, для этого предусмотрена электронная очередь, когда современные технологии, когда посетитель, вот она сейчас настраивается, тестируется, она, значит, посетитель, обращаясь к электронной очереди, получает талончик со своей электронной очередью и затем уже в комфортных условиях ожидает своего вот времени. В голосовом режиме и вот через, значит, обращение на экран можно в свою очередь отследить, время ожидания понимать. Максимальное время ожидания 15 минут. Заходил, обратил внимание, что в этом году не удалось еще выполнить работу по благоустройству. Нам на следующий год обязательно нужно будет и тротуары все прилегающие в порядок привести, и многолетние насаждения, парковку сделать хорошую, для того, чтобы людям было удобно, комфортно пользоваться центром. Что значит в тестовом режиме? Мы можем предложить всем заявителям, которые сегодня обращаются в Комитет социальной защиты населения за услугами социальной сферы, альтернативно обратиться в несколько рабочих дней и к нам сюда в многофункциональный центр. Тестовый режим будет соблюден с 9 по 15 января. В это же время мы параллельно продолжаем принимать услуги по сфере социальной защиты населения и в Комитете соцзащиты. Ремонт проведен качественно. Приобретенная мебель и оборудование расставлены, то есть центр готов к приему посетителей. Что необходимо сделать в кратчайшие сроки? Завершить процесс подготовки персонала от уровня подготовки людей, от их клиенториентированности будет зависеть во многом качество оказываемых услуг, но и донести информацию до населения, какими услугами они могут воспользоваться, в чем преимущество этой формы услуг.